Губернатор Югры навестила семью, где муж и жена заслужили звание ветеранов труда. Это чета Черкашиных из Ханты-Мансийска. Валентине Васильевне 74 года, Геннадию Алексеевичу 75. В прошлом году они отметили золотую свадьбу. Это полвека вместе. У них двое детей и четверо внуков. Сейчас супруги занимаются садоводством и строят дачу. Отмечу, что ветераны труда сами пригласили главу региона на чай. За чашкой горячего напитка они рассказали губернатору самые интересные семейные истории. 12 лет водился с детьми. С каждым по 3 года. Родители работали с каждым по 3 года. Работала дедушка. Вот так. Это за что она вас так припахала? Да, вот.